Tamam böyle de hürmetli dostlar, biz ise şu müitte toplandık ve yeni saatini karşıladık ve elbette beraberlikte yanında anlığanız gibi musafir ile beraberlikte sübetleşmeye hazırmız. Kenede studentler künü bugün kaydetili ve bu künge ait olgan meseleler ile kureşken studentler hakkında da tarif etmeye isteyimiz. Эбет, демек, дослар, эвелесе айтканымыз кыбы студентлер бу йылы ось ишти байрамыны фарклы кайдетелер, яни кечкен йылларга бакканда. Ама базы студентлер, дагы догрусу яш экимлер, олар үчүн бу йыл эпимизге элбетке агыр келди. Ама олар үчүн о айрыча бир вакыялар менен белгиленди. Демек, тамам шу яш студентлер энди ишти коронавирустен күрешмеге башладылар табам эким оларак. Демек, студиямызда мусафыр келинес онен танышылайык. Тамам Кырым федеральный университетинин тибет академиясынын студенти Ольга Умерова бүгүн биздин студентибизге тешриф буйурду. Келинес танышылайык. Салам алейкум, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Спасибо. Как настроение? Поздравляем вас с Днем студента. Спасибо. Настроение супер. Ольга, как вы решили связать свою жизнь с медициной? Почему выбрали для себя именно это направление? Ну, не знаю. Я, во-первых, себя больше никем не вижу. Я себя вижу только в медицине. Теперь я себя вижу только врачом. Поработав 2 года медсестрой, я все-таки решила, что я буду врачом. И поступила в медицинскую академию в этом году. Вы закончили медицинский колледж и поступили в медицинскую академию, да. Верно? Как мы сказали нашим телезрителям, в этом году День студента отмечается по-особенному, в принципе, у всех студентов, да, потому что кто-то на дистанционном обучении, массовые празднования, к сожалению, отменены, есть лишь, например, онлайн-мероприятия, либо с соблюдением всех эпидемиологических норм. Студенты-медики в этом году свой праздник празднуют тоже по-особенному. Некоторые из них находятся на передовой, да, и борются с этой болезнью, в их числе и вы. Расскажите нам об этом подробнее. Ну, работа тяжелая на самом деле в красной зоне. Очень тяжело в этих костюмах, очень жарко, действительно. Вот, ну, час побудешь в этом костюме, уже начинаешь потихоньку задыхаться, потому что очень потеешь в этих костюмах, а респираторы промокают, очень плохо пропускают воздух. Вот. Больные очень тяжелые, рук действительно не хватает. Очень много больных на одну медсестру, на одного врача. Очень много. Действительно. Но, и риски. Менее... Да, безусловно, риски связаны, да, со здоровьем. Но, тем не менее, вы справляетесь. Конечно, деваться некуда, приходится. Да, наши медики, которые на передовой, которых мы неустанно благодарим. Вот по вашему мнению, да, для молодых медиков вот такой вызов, как они его приняли, достойно, готовы ли они, не пожалели ли лично вы, да, например, что выбрали для себя эту профессию, потому что это действительно испытание. Да, это действительно испытание, я ни капли не пожалела, что я именно медик. Это в какой-то степени экстрим, вот, это... неординарные условия работы. Ну, это класс, на самом деле. Мне нравится очень. Вот. И я думаю, что в основном даже первокурсники справляются, ну, в роли... но они же работают... первый курс в основном они как... вспомогательные. Ну, да. Они, санитары. Да, они как бы там помогают так. Вот. Но тоже все очень даже хорошо справляются. Старший курс... по-любому очень даже хорошо справляется, им нравится. Вот, мне в частности. А скажите, пожалуйста, вот все-таки пройдя медицинский колледж, и уже проще же, наверное, да, на первом курсе, вот именно уже в медицинской академии? Конечно, намного проще. Как вы считаете, именно на первом курсе получить вот такой опыт работы, вот это хорошо ли? Я думаю, что это очень хорошо. Во-первых, кто-то поймет для себя, правильно выбрал ли он профессию. Вот. Сможет ли он работать в таких условиях? Может, кто-то вообще останется инфекционистом работать, почему нет? Увидит именно в этом направлении. Да, себя. Ага. А вы, в свою очередь, когда шли поступать непосредственно в медицинский колледж, в медицинскую академию, какую профессию вы для себя выбирали на, то, каким на тот врачом, момент? Да, да, видели кем себя? Вы хотели быть? Ну, вообще, офтальмологом.
Так, вот. Я извиняюсь, я в терминологии не силен. Офтальмолог это у нас... Глазной врач. Глазной врач. Вот. Вот, да. Сразу понятно. Сейчас изменилось ваше мировоззрение и вот именно акцент? Возможно, я поменяю свое мнение на реаниматолога. Вот. Ну, тоже очень даже привлекательная профессия. Он все умеет. Вы говорите так об этом с каким-то вот, знаете, обаянием, то есть привлекательная профессия. Я считаю, что ну, это же сложная профессия. Но благородная. Но благородная, да. Ну, я лично трудностей не боюсь, мне очень нравится. Терапевтом где-то сидеть я, например, не смогу. Мне надо работать руками, бегать, носиться. Бумажки — это не мое. Не, ну не скажите тоже, не надо сейчас уменьшать важность профессии терапевта. Нет, вы активный врач, да, и это чувствуется, это видно. Вот студенческая жизнь, да, тем не менее, она ведь продолжается. Удается ли параллельно посещать, скажем так, в онлайн-формате пары, да, либо сейчас более на практическую сторону как бы акцент сделан? Ну, приходится успевать и там, а я в основном беру с собой телефон на красный. И там уже сижу, отвечаю на вопросы, параллельно капельницы ставим. То есть учеба продолжается? Да, обязательно. День студента, да, поздравляют ли сегодня представители медицины, ну, то есть студенты медакадемии друг друга с Днем студента? Ну да, уже начались поздравления с утра. В Вайбере открыточки пошли, да, уже, наверное? ВКонтакте. Ольга, мы в свою очередь тоже поздравляем вас с этим замечательным праздником. И, конечно же, хотим сказать спасибо, да, всем докторам, всем молодым ребятам, которые вот так отверженно, действительно и достойно борются с этой болезнью, которые ни разу не усомнились выбрать свою профессию, как вы сказали сами. Что бы вы хотели пожелать всем студентам и крымчанам сегодня? Ну, в первую очередь, это здоровье, чтобы никто не болел. Студентам желаю хорошо сдать сессию. Вот. Ну, и вообще, чтобы было легко учиться и не болели. Все. Самое главное. Спасибо. То есть насущные проблемы остаются. То есть сдать сессию для всех студентов на первом месте. Успешной учебы вам. Зима близко, сессия тоже близко. Удачи вам во всем. Спасибо. Здоровье, самое главное здоровье. И вам также. Спасибо огромное. Урмет достар, я не знаю, где вам и темас, я Крымда, там бойлебер, алларда, бызым, фархы йог, бірінші курс, сонки курс, бой, беті эпосы, бызым ғурырымыз, әлбеті бызыларға чоқтан-чоқ тешекүрлерімізна бөлдіреміз, я не знаю, если где вам и темас, эпоңызге сағылық тілейміз, ве, әлбеті бызым не в беті қақысымыз, ызын дикатыңызға.